Ульяновске отключили все пылесосы. Речь идет об уличной спецтехнике, которая поглощает пыль во время уборки дорог. Она использует воду во время работы, но в минусовую погоду образуется наледь, которая опасна для автолюбителей. А вот снегоуборочная техника в режиме ожидания. Предприятие «Доремстрой» готовится к предстоящим осадкам. На его базах круглосуточное дежурство. Имеется у нас 148 единиц техники. Это КДМ для КДМ 49 единиц для подметания, сгребания, обработки жидким реагентом, твердым реагентом. Также имеется у нас грейдера 11 единиц, трактора, плуг-щетка для уборки тротуаров, заездных карманов, перекрестков 33 единицы. Также у нас есть мини-погрузчики на базе «Бобкет» и «Ант». Для качественной уборки снега в городе организовали 9 колонн техники. Не забыли и про антигололедные мероприятия. Солярная смесь, значит, у нас 23 тысячи тонн антигололедного материала, твердый реагент у нас 120 тонн. Сейчас у нас все уже договор составили на 2020 год, мы еще 800 тонн берем. Дворы же многоквартирных домов должны опекать управляющие организации. А вот о территориях возле объектов бизнеса обязаны позаботиться предприниматели. К тому же снег обещают уже завтра. В субботу ночью преимущественно без осадков, утром и днем на территории Ульяновской области с приближением фронтальных разделов атлантического циклона атмосферное давление будет падать. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега, в отдельных районах возможно морось. В воскресенье к снегу добавится еще и дождь. Коммунальщикам придется потрудиться, чтобы свести на нет капризы природы.